Здравствуйте! Сегодня у нас обзор посудомоечной машины бренда Штоф, модель СВА 4507 IMAFL. Посудомоечная машина у нас шириной 448 мм, высотой 815 мм и глубиной 550 мм. Загруженность посудомойки у нас идет 10 комплектов, имеет 7 программ для мойки, отсрочка старта на 24 часа с шагом в 1 час, половинная загрузка с индикатором вверх либо низ, турбо есть, сокращает время программирования значительно. И также потом подробно мы пробежимся по самим режимам. В посудомоечной машине у нас стоит инверторный мотор, класс энергоэффективности А3+. Давайте посмотрим, что у нас вообще в комплекте с посудомоечной машиной идет. В комплекте будут у нас идти крепления для посудомоечной машины непосредственно к столешнице и боковым стенкам, и комплект крепления фасадов. Чтобы фасад закрепить к посудомоечной машине, в комплекте идет лекало уже с нужным нам размером 720 плюс-минус 1 мм и по ширине 439 плюс-минус 1 мм, где нанесены все отверстия и каким сверлом пользоваться и какую деталь непосредственно крепить к фасаду, чтобы закрепить на дверь посудомоечной машины. Также попрошу вас ознакомиться внимательно с инструкцией для посудомоечной машины. Обязательно перед эксплуатацией ее внимательно изучите и ознакомьтесь с вкладышами. Как стоит правильно разлаживать посуду, как засыпать соль, вот, и как обслуживать непосредственно саму посудомоечную машину. Эти вкладыши идут в комплекте, с ними, пожалуйста, ознакомьтесь. В данной посудомоечной машине у нас идет 3 корзины. Верхний лоток для столовых приборов. Также его можно сделать под углом, чтобы водичка при необходимости быстрее стекала. Центральная корзина с возможностью регулировки по высоте с откидной полкой для бокалов. На ней расположен у нас распылитель. И нижняя корзина для более высокой посуды, также с откидными полками, чтобы увеличить, либо уменьшить, поставить более объемную посуду. Снизу расположен у нас разбрызгиватель, фильтр грубой очистки также необходимо постоянно чистить, следите за чистотой посудомоечной машины, и секция для засыпания соли. В комплекте будет идти воронка, благодаря которой будет намного легче засыпать соль в посудомоечную машину. С внутренней части двери расположен у нас контейнер для заливки ополаскивателя и контейнер для моющего средства. Внутренняя камера посудомойки у нас полностью выполнена из нержавеющей стали. Давайте мы рассмотрим управление. Управление у нас расположено на накладке из нержавеющей стали. Давайте рассмотрим, какие есть программы. Давайте по порядку пойдем. Первая — автоматическая программа, время работы 2 часа 30 минут. Вторая программа — интенсивная, время работы 3 часа 25 минут. Третья программа будет у нас универсальная. Время работы 2 часа 55 минут. Четвертая программа — эко. Время работы 3 часа 28 минут. Но на режиме эко будет расход воды ниже и расход электроэнергии ниже, за счет чего достигается высокая энергоэффективность. Пятый режим у нас идет стекло. Время работы 2 часа. Шестой режим — 90 минут. И последний режим, седьмой, быстро 30. Быстрая мойка. Также у нас есть отлаженный старт до 24 часов, шаг час будет идти. Есть также у нас половинная загрузка. Давайте включим половинную, посмотрим. Если у нас посуда загружена на верхние лотки столовые приборы, либо центральная корзина, мы можем включить верхние распылители. Если посуда загружена на нижний лоток, то можем включить нижнюю секцию. При необходимости можем включить сразу и верх, и низ. Также есть у нас функция турбо, которая сокращает время мойки. И есть у нас функция еще автоматического открытия двери. По окончанию цикла мойки дверь будет автоматически открываться. Для чего это надо? Чтобы посуда у нас быстрее просыхала. При желании можно отключить функцию автооткрытия двери. Но тогда у нас время цикла будет намного больше. Время увеличилось. Ну, лучше использовать посудомоечную машину с дверью приоткрытой по окончанию, чтобы быстрее была сушка. Также есть у нас функция, датчики отсутствия ополаскивателей и датчики отсутствия соли. Это необходимо. Также у нас есть возможность настроить жесткость воды.
Для того, чтобы настроить жесткость воды, нам необходимо нажать на функцию. И мы спокойно можем выбирать жесткость воды, либо расход ополаскивающей жидкости. Чтобы выбрать дальше, необходимо нажать на кнопку функции. Расход ополаскивателя у нас 5 режимов, по умолчанию стоит тройка. И жесткость воды у нас идет тоже 5, даже 6 режимов, но по умолчанию будет стоять тройка с завода. Вот, надеемся, обзор данной посудомоечной вам машины понравился. Пользуйтесь посудомоечными машинами бренда Штоф.